Боремся за почетное звание Дома высокой культуры быта, шутят жители дома номер 239 по улице Советской Армии. Приводить в порядок двор и само здание здесь начали еще в мае. Все благодаря активным жителям. Сами придумали, какой вид из окон им нужен. Теперь здесь детская площадка и палисадник. Благоустройство придомовой территории, это цветники, естественно, посадка, приобретение вазона красивого. Сейчас у нас идет, значит, ремонт нашего прекрасного фасада. В микрорайоне Лесной вопросов еще много. Необходимо завести асфальтовую крошку, обрезать аварийные деревья, благоустроить многие дворы. Жители говорят, с появлением общественного совета решать проблемы стало проще. Начиная от детских площадок, где-то их вообще нету, где-то их необходимо реконструировать, где-то необходимо отремонтировать, с дорогами, также с обустройством пляжа. Допустим, здесь на НФС у нас Советская Армия упирается как раз в пляж. Вот он, так скажем, не самый благоустроенный пока в городе, но я надеюсь, нашими усилиями, усилиями администрации района, города, он в скором времени станет самым благоустроенным в городе. Донести до власти свои вопросы теперь стало проще. Лучше слышать горожан помогает реформа местного самоуправления. Решать самые важные проблемы необходимо сообща. Команду созидания жителям предстоит определить 13 сентября на выборах в районные советы депутатов. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, «События».